на моем канале я обычно рассказывал о приветствую всех винтажных ресиверах. Теперь у меня на обзоре современный ресивер с поддержкой всех необходимых опций, функций и современных стандартов качества как звука, так и передачи видео. Мы можем видеть, что у нас на обзоре сегодня мультиканальный AV-ресивер STR-DH590. Пятерка говорит о его уровне профессионализма. Да, если можно так сказать, первая вращающаяся ручка — это ручка громкости как таковой. Вот прямой доступ. Варианты Bluetooth, варианты диммер — это у нас уровни подсветки дисплея, яркости его. Сама кнопка дисплея рядом располагается для удобства. Ну, рядом Input Selection — это у нас выбор входящих программ для воспроизведения. Видите, ночной режим у нас, режим музыка, фильм и переключение как на два канала, режим стерео, так и мультиканальный вывод аудио. Опять же, кнопки поиска станций, выбор вида поиска автоматически ручной, ну и, собственно говоря, акустика, включение-выключение. Клавиша утоплена круглая. Опять же, включение по питанию, выход на наушники и калибрационный микрофон. Что нам заявляет производитель? Что 5,2 семиканальный, 45 на 5. Пишет, что при 6 омах и гармонических искажениях THD 0,9% на канал. Я так понимаю, на двух языках написано, французский и русский. Говорит о том, что поддержка идет HDMI. Вот. 4 на вход, 1 на выход. 4К. Опять же, поддерживает вывод видео Dolby Vision. Вариант подключения Bluetooth. И вот новая какая-то опция GeForce Front Surround Pro. Если знает кто, что это, то будьте добры, напишите в комментариях, что это за такой новый интересный стандарт. Посмотрим, что нам здесь вещают. Подключение. Сейчас посмотрим, сделаем качество. Что именно вариант 3D на борту. Технология 4К, разрешение 60 Гц, я так понимаю. Да, масштабирование до 4К Ultra HD. Опять же, поддерживает данный ресивер. Номинальная мощность 145 на канал. Количество усиления каналов 5. Посмотрим, что у него с обратной стороны. И определим его по весу. Вес у него где-то порядка 12 килограмм, 10 точно. Попробуем его развернуть с тем, чтобы посмотреть, что у нас на обратной стороне данного ресивера размещено. Достаточно компактный. Как сказал, вход, оптический вход, выход на антенну. Опять же, подключение стандартных аудиоразъемов, входы, выход на сабвуфер и стандарт HDMI, как было заявлено, 4 на вход, 1 на выход. Две фронтальные, завинчивающиеся под кабель таких клемника, и блок прижимного типа контактов на центральный канал, на surround. Ну и, в общем-то, схема показана, как правильно подключать. Данный ресивер имеет мощность 200 ватт. Да, сделан в Малайзии, корпорация Sony. Это, в принципе, видно из видео. Производитель говорит о том, что это HDMI, Dolby Audio, DTS HD. Стандарт точно так же поддерживается современным ресивером. Вот такой аппарат современного производства, современного качества, современной начинки представлен сегодня на моем канале. Всем спасибо, кто со мной, и удачи, до новых встреч!